Когда мы задумали часовню, я ее ставил, собственно, пока с этой мыслью, что мы это делаем только в память о вот этих вот брошенных бойцах. Ну, не только брошенных, а вообще память о этих вот местах. А потом, когда военные археологи приехали, они вот там, я стою дома, они идут, говорят, а как вы так точно часовню поставили? Ну, чтобы вот каждый мог зайти, я его правильно со сторон света сориентировал в традициях этих сооружений. Они говорят, да нет, мы имеем в виду, здесь вот просто по этому месту шли танки. Да вы что? Да, прорыв блокады был конкретно в этом месте, начало прорыва. Вот эта вот дорога, это насыпь для узкоколейки. И здесь твердая земля. И танки, дальше были болота, вот видите, они ниже стоят, там на 4 метра ниже. Вот это участки садовые, это дали в болотах людям. И туда танки не могли пойти. А здесь немцы. То есть вот как раз вот оттуда, со стороны Волхова, Волховский фронт, как раз вот там 9-й поселок, он, по-моему, не был в оккупации, естественно. Вот. И вот они шли просто здесь. Это памятник стал еще и в честь прорыва блокады. Такого памятника нигде нет. Сергей Валентинович, когда вы только задумали купить себе участок в Синявино, вы понимали о том, с чем вы столкнетесь? Что это здесь бои, что здесь солдаты лежат? Или вы когда покупали, еще не думали? Не, ну я формально я понимал, что здесь были бои, но не до такой степени я понимал эту ситуацию. Я, конечно, не предполагал. Я просто ее и не мог предположить. Притом получилось как? Мы в 6 часов вечера мне Лёлик дала журнал, это где супруга, вот этот, да, был ваша? Да, где этот участок. Я сразу же позвонил риэлтору, в 9 часов вечера мы сидели здесь, но было уже темновато. Потом договорились, что утром мы приедем, посмотрим при свете. Мы приехали утром рано, и я должен был спешить на съемки с Балабановым. Мне не больно, там как раз вот где десантники. Я не предполагал, что вот именно, ну, просто бои. Для меня бои были как бы некой абстракцией, они вот где-то идут. А здесь оказалась линия обороны. И она, говорю, она не сильно колебалась. То есть они бомбили друг друга, они вот постоянно оттуда пушки стояли на Новосиянских высотах, обстреливались и Шлиссельбург, и видно позиции вот там, есть воронки. Там были воронки, сейчас вот я их уничтожил, до 6 метров в диаметре. Это очень большие воронки. Вот. И до сих пор здесь можно найти, вот можно проехать потом. Даже вот сейчас там на участке, где они разминированы, там мины, и они лежат. Сергей Валентинович, в какой момент вы решили стать помещиком, выстроить себе мини-усадебку и привести в порядок этот огромный участок? Дело в том, что я человек деревенский, и, собственно, всегда хотел жить как-то... я больше, ну, теперь уже не больше, но начальную часть, когда впитывается биоритм, как говорится, земли, он, конечно, прошел в деревне, и мне, конечно, тишина некая, свобода, она важна. И, безусловно, я в городе и спал, и ел, как говорится, в силу работы, но полноценно я не отдыхал, по большому счету. Здесь я 3-5 часов сна мне хватает для того, чтобы, как говорится, себя бодрым чувствовать. Поэтому эта мысль пришла, она была всегда, собственно говоря, просто не было возможности. Ну и потом уже жена меня поддержала в моих этих начинаниях. Мне не хотелось приусадебный участок иметь 6 соток. Ну и хотелось, естественно, то, чтобы было достаточно рядом с городом. И вот такая вот возможность появилась иметь 10 гектар земли и там 40 минут, 45, и я в городе. 10 вот. Гектаров, почти 6 соток. Почти. Да, почти. 1200. Да-да-да. Вот. И это, в общем, дешево было, поскольку эта земля столько на значение. Вот. И тут так, сотка вместе с домом обошлась там $15. Думаю, сейчас это уже гораздо дороже. Сейчас это, конечно, да, были прошло, бы совсем другие деньги. Сколько уже? Почти 15 лет. Вы родились в Мордовской социалистической республике. Автономной. Автономной, да. И местечко называется, я не знаю, как правильно ударение ставится, селище или селище? Ну, вообще, как бы правильно селище. Но в основном говорят селище. Я жил, ну, сразу вот в селе, которое историческое, но интересное. Вот, кстати, даже в войне, поскольку оно и не было в оккупации там или... В войне участвовало очень много, то есть там больше половины, почти все мужчины ушли на фронт, и много не вернулось. Ваш?
А? Папа не мой, молод еще был. Он был мальчиком, когда дед участвовал. И вот он в часовне есть. Вот. И три героя Советского Союза на одно село. Ваш папа, он же был киномехаником, насколько я читала. Ну да, он почти всю жизнь, он был человеком, интересующимся техникой, радиолюбительством. Вот, как говорится, тогда это было в селе, в каждом был радиоузел. Всех будили, объявляли, как говорится, повестку дня, кто на работу, куда. Это было в таком, ну как сказать, такой социалистической в какой-то степени идеи единства. Электричества постоянно не было, был генератор, который начинал работать, по-моему, 5 или 6 утра, и часов 8-9 он заканчивал работу, начинал работать перед темнотой, заканчивал в 12 ночи. Вот, и в это время работало радио, работали, как говорится, динамики, по которым мой отец, как говорится, обеспечивал связь. Вот, а приходил председатель колхоза, в котором был, кстати, мой дед, вот, или бригадиры, и они объявляли, какие бригады куда идут, что делают. Вот такая была работа. А потом, когда... И, естественно, он показывал кино. Я тоже был у движка, следил там, чтобы не кончился бензин. Вот. И, естественно, помогал отцу с детства. Какой фильм вы впервые увидели осознанно? Вы помните, что это да, была за картина? Да, это вообще-то мистически абсолютно. Года в три я... Первое, что я вообще помню в жизни, это фильм. И этот фильм был в церкви. Это был мультфильм цветной. Очень хорошо помню это изображение. И буквально несколько лет назад, будучи в жюри, я увидел эти кадры в каком-то студенческом фильме. Оказалось, это три поросенка Диснея. Видно, по ленд-лизу или трофейно, я не знаю, каким образом. Я не очень помню, был ли звук. Но я помню, что когда я посмотрел назад, наверх оттуда, где хора должны были быть, оттуда такой лучик света. Вот это вот я несколько кадров этих помню, как говорится. В какой момент вы для себя приняли решение, что я буду оператором? Эта история такая достаточно тоже связанная, как ни странно, с войной. Дело в том, что у нас в Мордовии родился и вырос, и ушел в институт очень известный военный оператор Владимир Сущинский. И о нем я узнал еще будучи школьником. И вот тогда я, когда отец с матерью, отучая меня от охоты на зверей, предложили заняться киносъемками, вот, потому что проектор был 16-миллиметровый, оставалось только купить камеру и пленку. И вот тогда я стал, сделал первые шаги. Но вот таким ориентиром был, конечно, Сущинский. Вот он тоже здесь, в этой часовне. Вот южная сторона, там болото. Это восточная сторона и северная, естественно. Вот. И идея была, вот пришла мне после песни Игоря Растеряева, я использовал ее, Георгиевская ленточка, где там по сюжету в этих местах едет девочка в электричке и вплетает в Георгиевскую ленточку косичку, а за окном солдатики лежат и прорастают новыми лесами. Ну, это сплелось с тем, что я доставал вот эти как раз останки брошенных солдатиков. Они, собственно, они даже не совсем в грунте, они проросшие корнями. Ну, как они их бросили, так кто-нибудь закапывал. Поэтому они просто проросли, они не были глубоко. Поэтому вот в 40-50-60-сантиметровом слое находились эти останки. Ну, и этот образ солдатиков, проросших, как говорится, вот этими лесами. Вот, это мой дед действительно лысый, а вот Сущинский вот в пилотке красавец. Да, рядом с Пуговкин, да, это Тодоровский рядом, вот, и здесь уже много-много-много людей, которые и воевали здесь, есть те, которые воевали. Ну, а поскольку это образ, я, естественно, и родственников моих друзей включал, и кинематографистов. Вот Кирилл Лавров, это Чухрай, там Юматов, отец Юры Шевчука, Бондарчук, Смутуновский, Гайдай,
А поэт Ион Дегин, Никулин, Смирнов, Девитаев, тоже мой земляк, кстати, вот, герой. Это Этуш, Вестник, Русевский, Миша Левитин, отец, дед, отец Лёши, учителя, он тоже оператором был. Вот, тут много, я могу про многих сказать. И мне, как выяснилось, надо это... Я буду это перемонтировать, потому что, чтобы создать образ тот, который я хочу, мне нужно приблизительно в 3 раза больше лиц. Скажите, да. Предметы, которые мы видим на песке, оружие, каски, ну, это они, все... в основном, часть их мне принесли поисковики, часть они просто здесь я их находил, но я не несу в дом. Здесь много недоделано, и Богоматерь будет ниже, она освящена, кстати, и будет из-за нее свет. Просто у меня не было сил и времени это доделать так, как я хочу. Учитывая то, что вы говорите о том, что эти солдаты были брошены, не были похоронены, как вы относитесь к нашему, наверное, одному из главных тезисов о том, что никто не забыт и ничто не забыто? Ну, дело в том, что этот не главный тезис, еще тезисы есть, война не закончена до тех, пока не похоронен последний солдат. Ну, это лозунг, это пропаганда, для меня это... как бы нормально, это в принципе нормально. Просто дело в том, что желательно напрягаться, чтобы это было действительно так, а это тяжелее. Вот когда я начинал строить часовню, я понимал, что я ее сделаю, конечно, свои деньги, но я предложил, вот ребята говорят, давайте вот, чтобы не только ротом патриотизм был, и, как говорится, а давайте вложите там 3 копейки. Там. И я какие-то деньги собрал, достаточно большие. Ну, то есть 1200, но я собрал для того, чтобы как бы это мне было в помощь. И многих я знаю, то есть почти все небезымянные. И это начинает там с 200 рублей, кончая 50 тысячами. Поэтому есть люди, которые не просто так говорят. Потому что это огромный труд. И, наверное, когда война закончилась, это было бы, наверное, благодарней. Потому что когда 77 лет назад они прорвали блокаду, мы празднуем 70 лет подряд этот прорыв. А те, кто прорывал, лежат, как говорится, здесь до сих пор. Что вы чувствуете? Что вы чувствовали в тот момент, когда вы находите этого бойца? Ну, понимаете, дело в том, что все-таки я уже взрослый человек, и, наверное, многое повидал, и в этом смысле тоже, когда я вижу останки бойцов. Я чувствую, что этот человек тоже жил, у него какая-то есть судьба. Это не просто, как сказать, человек родился и сразу умер. Вот как бы это этот человек оставил, я не знаю, там, семью, и вообще-то я представляю, сколько надо силы воли и каким образом они могли подниматься в атаку. Это страшно. Это страшно, но я не знаю, каковы должны быть мысли, какова должна быть энергия, это или какая-то сила, или невероятный патриотизм. На одном патриотизме, тем более в те времена, наверное, тоже это не строилось. Это, если и строилось, то, наверное, на какой-то, может, мечте в лучшую жизнь, защищаясь в родину. Но и все было, и у немцев были заградотряды, и у нас были заградотряды. И было глупостей много. Например, вот по данным военных археологов, которые вот недавно и посещали, вот за этим домом было положено около 1000 бойцов в один день. В честь какого-то праздника, то ли Октябрьской революции, решили немцев, в общем, как-то так двинуть отсюда, и не удалось. Вот. Такие вещи были, и они не секрет. Я просто снимал фильм «ГУЛАГ», там как бы война, она однозначней, а вот ГУЛАГ, где свои своих убивают, и, как сказать, зачастую безвинных, она еще, эта ситуация еще страшнее. Я не хочу разговор на эту тему переводить, но просто война, она все-таки, она всегда война. Вы снимали для BBC про ГУЛАГ? Да, это работа для BBC, фильм «ГУЛАГ», он существует, режиссер Ангус Маккуин. Это пустошь, на которой были расстрелы, а именно здесь это мы шурфуем поверхность по всей территории, чтобы найти эти точки. Что трудно, потому что площадь большая, возможностей мало. Вот здесь ты играешь, а по-моему дальше уже не имеешь. Сейчас.
Мне кажется, что очень сложно выжить. Ну, не в прямом смысле этого слова, а эмоционально выжить и сохранить себя, когда ты работаешь с таким материалом. Я не уверен, что прям уж так, но то, что есть коррекция каких-то мировоззрений, отношений, точек отсчета, однозначно. Потому что одно дело пропаганда, и в хорошем, и в плохом смысле, другое дело документы. Документы, когда говорят, а, этого не было, это что. Ну, ребята, надо просто поумнее быть и черпать знания из Фейсбука. Ну, не у всех, конечно же, есть доступ к этим архивным материалам, к этим документам. Какая коррекция с вашим мировоззрением произошла? Что-то изменилось в понимании тех событий? Ну, в понимании тех событий, да, потому что если брать меня, закончив школу, я был таким просоветским мальчиком, очень правильным, и, наверное, благодаря этому достиг многого. Вот, я был послушным и в армии, и, как говорится, был. Сейчас я, в общем-то, тот же самый, только обремененный необходимыми знаниями. То есть я имею мнение по многим вопросам, по которым иногда идут споры. Ну, если говорить о войне, о периоде репрессий, при всем при том, я действительно могу называть себя человеком, которому эта родина навсегда. То есть у меня другой родины нет и не будет. Но просто если конкретизировать, сейчас же есть, ну, грубо говоря, два лагеря. Одни считают, что Сталин великий государственник, отличный управленец, и он поднял экономику Советского Союза, несмотря на то, что были жертвы, был ГУЛАГ и так далее. А другие считают, что да, экономический рост, но гораздо страшнее убитые миллионы людей, загубленные тысячи, миллионы жизней. И ГУЛАГ – это позорнейшая история Советского Союза и России как преемника той государственности. Ну, я отношусь ко второму. У меня есть факты, да, и дело в том, что я основываюсь не на эмоциональных вещах, а управленчеств. Знаете, такая же история существует с войной. Вот если бы немцы завоевали, мы сейчас ездили все на мерседесах, но я обычно говорю в этом случае, а как бы вы не удивитесь, что ваша кожа была бы на перчатках немецких дам. Ведь все, как говорится, почему-то рассматривают какие-то положительные и хорошие стороны, но вообще-то, как говорится, эти вещи не так просто не бывают. А что касается Сталина, ну, поймите, люди, которые вот первого мнения по поводу управленцев и все, это люди не очень образованные. Надо сначала почитать документы, опять же говорю, не Facebook. Фейсбучная правда, она, извините меня, как на какую сторону захочет, та в ту сторону упадет. Надо привести этих ребят, которые по поводу или в Левашова, или на Бутовский полигон. Понимаете, я снимал рвы с людьми заполненными. И посмотрите бутовские книги. Вот те, кто говорит про это время, что вот оно было таким потрясающим, где собраны не только сведения о многих людях, расстрелянных на Бутовском полигоне, но и есть фотографии. Надо их посмотреть просто. Просто почему-то сегодня все меньше людей готовы на это смотреть и хотят на это смотреть. Вообще-то это тревожный знак, ведь нас от Тихона отличает знание и память. Собака спряталась в да, этот момент. Ну, в данном да. случае я сторону правильную показал. Да. Дело в том, что если мы потеряем память, или ее исказим до того, что она станет неправдой, мы, в общем, станем только людьми или животными, которые перерабатывают кучку хорошей еды на кучку нехорошего вещества. Вот и все. У вас четверо детей? Или... Учтенных четверо. А не учтенных? Ну, этого никто не знает. Даже отец, да? Ну, есть такая байка среди операторов «Ленкина хроники», что они... Когда приезжают в очередной город Советского Союза, покупают кулек конфет и идут в ближайший садик. И раздают конфеты детям, поскольку там могут оказаться их дети в том числе. Ну, в общем, да, наверное, есть. А сколько внуков учтенных? Учтенных внуков четверо пока. Приезжают дети, внуки, как часто?
часто, завтра будут. О. Уже внучка одна уже с пареньком, поэтому я и прадедом могу стать. Ой, ничего не исключено. Себе. Ну, 19 лет уже. 19 лет. Это внучки, да. А младший? Внучки или внуку? Внуку. Там, на Украине я там породу улучшал. Там, ну сколько, по-моему, младшему лет 6 уже. 6? Да, да, лет 6 младшему, там два парня. Тарас и Степан. Ух ты! Учитывая ваши 70 снятых картин, учитывая то, что вы это и плотник, только игровых. И строитель, и еще там сколько десятков документальных? Ну, штук 30 для BBC только. Ну вот, смотрите, мы имеем 100 кинолент, yeah. Примерно, да, округляем. Вы успевали заниматься семьей, детьми, или все-таки работа всегда была основным делом? Нет, ну работа основным делом в любом случае была, потому что это средство для существования, но в какой-то степени я участвовал в воспитании детей-то, ну, насколько это возможно. Я не отказывался никогда, не говорил, там, наверное, ну, они все, в общем, достойные, уже взрослые, можно уже говорить, самостоятельные люди. И я даже не знаю, я никогда не отлынивал от этого дела. Ну, нельзя полностью заняться воспитанием детей и ничего не делать. Ну, просто не на чем было бы воспитывать. Ну, то есть я к тому, что и пеленки стирать вы успевали все равно. Успевал, да. Первую жену я свою учил, как это делать, потому что у меня... Я старшая в семье, и потом было 4 девчонки. И уже младшая девочка была на 17 лет младше меня. Я, естественно, понимал, как опеленать, как стрелять подгузники, вот, и как держать, когда моешь ребенка. К отцовству были уже готовы. Да, абсолютно. Супер готовы, можно даже сказать. Конечно. Если продолжать разговор о памяти, в вашей фильмографии есть фильм, который называется «Праздник», режиссера Алексея, да, Красовского. Да. Ну, это Маша, она будет встречать Новый год с нами. Ну, иди, хозяйка. А откуда у вас столько хлеба? Целая буханка. Так я не очень люблю хлеб. До Нового года осталось всего ничего. Давайте забудем все наши обиды и сядем все вместе за стол. Постой, пальто возьми! С выходом этого фильма был связан довольно серьезный, ну, как мне сейчас это видится, скандал. Многие писали о том, что это черная комедия о вещах, происходивших в блокадном Ленинграде. Мне сложно давать свою оценку, я просто скажу, что моя бабушка, которая сейчас, в общем, она уже дама взрослая, она блокадница, она посмотрела этот фильм, как только он вышел на Ютубе, и сказала о том, что это хорошее кино, и что ничего обидного и оскорбляющего, и уж ничего черного в нем нет. Когда вы работали над этим фильмом, вы о чем эту историю рассказывали? Эта история, наверное, не стоило бы, конечно, выносить блокаду, потому что она как бы сразу априори стала скандальной. А эта история не о блокаде. Это история о людях. О людях, которые всегда будут спорить, кто заслуживает одного, кто заслуживает другого. И это часть нашей истории, истории привилегий. Это, я думаю, что немного сильно, да не немного, а сильно царапнуло наше руководство, и люди, эта блокада, она стала как такая лакмусовая бумажка. Многие, просто не видя картины, сразу говорили, что это неправильно. Я снял 3 фильма документальных о блокаде, беседовал с теми людьми, которые и пережили, и пострадали, и, как говорится, знают вот этот предмет гораздо больше, чем я. Просто такого мнения, что про блокаду должны, наверное, правду знать только специалисты. Почему? И всю правду, очевидно, просто никогда не узнать. Вот, потому что она очень нехорошая. Ну, подождите, есть блокадная этика, книга Сергея Ярова, есть, допустим, воспоминания о войне Николая Никулина. Это то, что в общем доступе, но это то, что действительно, ну, не все даже знают. Да нет, знают, можно и Гранина почитать, можно почитать, да, как говорится, Лихачева. Есть материал, но этот фильм не про блокаду. Этот фильм про другое. Вы понимаете, что есть и всегда были у КПСС, у партии правящей,
они имели привилегии, они всегда имели пайки. Даже в советское время, когда, вот в наше советское время, я снимал там фильм «20 декабря», был ассистентом, и снимали в высшей партийной школе, которая в то время была в Таврическом дворце. Мы спустились в буфет, и мы поняли, что есть другая жизнь. Охотничий салат за 6 копеек, сардельки там, за небольшие деньги, которые имеют мясо. И есть были пайки. И что же, во время блокады эти что, пайки были отменены, они наоборот были в полной, как говорится, мере применены, вот эта система распределения. Но вот бабушка моя, простите, что я вас перебиваю, она как раз и говорила, что были те, кто ел гораздо лучше, конечно, чем бабушка права, рядовые бабушка права, обычные да. жители. И в принципе это всегда будет. А почему вы, простите, вот тут важно, вы сказали о том, что всю правду о блокаде может и не надо она знать всем. Она слишком страшная, она просто слишком страшная. Думаете, надо себя поберечь и не узнавать то страшное, что было? Ну, если хочется, ну, узнавайте. Если говорить более, если так можно сказать, выжимки из фильма «Праздник», это в какой-то сатирической форме и речь идет о кто есть кто, кто считает себя лучше, я, например, лучше вас, или вы лучше меня, и чем вы больше заслуживаете, чем я. Вот это вещи, они, скорее всего, никогда будут не решены, но о них думать-то надо. Хотя потому базово, что иначе, изначально мы да, же равны. Иначе точки отсчета просто уйдут. И у нас, поймите, что я там достаточно много сделал там, для своего возраста, но я не реализован в этой стране. Ну, мне не дали это реализоваться. Это проблема российского кино и тех кино. Условий, в котором кинематографистам сегодня в России приходится существовать. Мы лишены возможности сделать хорошее кино. Почему? Просто лишены по определению. Дело в том, что ведь художник, я начну просто с малого, художник, для него нужен, вот я не знаю, листок бумаги и карандаш, и он может сделать гениальную вещь. Он нужен один, его мозг. Делать кино одному трудно. И надо, во-первых, мало того, что гениальную мысль иметь, и надо, ну, там, я не знаю, телефон, уже какую-то идею. Это, наверное, возможно, но делать большое кино, коммерческое, коммерчески нельзя. Почему? Потому что это процесс, уже затрагивающий достаточно большие финансовые вложения. И для этого нужна здоровая экономическая система. Система кредитов, система, как говорится, кредитования и чтобы были там нормальные проценты. Система проката, которая не адская, которая там они, имея проекторы, я не знаю, там, мультиколлекции забирают половину дохода, не сделав ничего. Вот, они диктуют все. Вот сейчас я снял «Сердце Пармы». Кино гениальное, просто кино не по моим мнениям, а по мнениям автора Алексея Иванова. Но оно 2.40. Прокатчик говорят, а мы не будем смотреть 2.40. Вот когда будет у вас 2.15, приносите. Понимаете, их важит, интересует количество сеансов, показанных людей. И качество их совсем не волнует. Пытались слепить 2.15, не получается. Это надо было на уровне сценария делать 2.15. Но так не было сделано. И сейчас на моих глазах фильм, в который я вложил 5 лет жизни и 8 месяцев съемки, он, скорее всего, не будет никогда таким, каким я его хотел бы быть. Который я дал то, что я мог дать. И режиссер, который дал. И вот поэтому кино хорошего не будет. И система продюсеров зарабатывания, она тоже неправильная. Они могут заработать только на производстве. Только или сэкономив, или украв, или сэкономив и украв. Если они этого не сделают, они просто останутся просто как тот еврей при деле. Понимаете? Они не смогут получить от проката. Редкие фильмы возвращают прокат. Поэтому ну, обвинять же, да, в этом хорошее трудно кино, сказать. Как правило, убыточно, правильно? Ну, дело в том, что тогда нужно сделать его административным. У нас была гениальная абсолютно система во время социализма. Это административная, когда мы не думали о деньгах. Когда ходил в Ойербах, говорил про творчество, там, обняв меня под руку, рассказывал, как бы он видел эти кадры и так далее, и так далее.
И про деньги речь не звучала, потому что этот процесс был автоматизирован. Государство заказывало кино, она получала продукт, тем самым данные деньги к студии были погашены, и оно получало доход. На всякий случай, продиктую, 4 миллиарда в год дохода от советского кино. Это в то времена все медицинское образование, обеспечение бесплатное, образование среднее и высшее бесплатное. Это на эти деньги существовало. Да, но советская система, это, ведь это называется административная. Получала кино нужное и как бы правильное, естественно, идеологически, да, естественно, правильное. Ну, какое-то нужно им. Да. И было оппозиционное, там какие-то попытки сделать свободное кино. Оно доходило, не доходило, лежало на полке. Цензура денег гораздо страшнее, чем просто цензура. Понимаете, вот сейчас... ведь в Америке ситуация другая. Там производство основано на... экономические взаимоотношения. Но они там давно выстроены, они отлажены. Есть возможности кредитования, есть, как говорится, возможность вернуть эти деньги из проката, заработать. А у нас ни то ни сё. У нас и этого нет, и того нет. У нас есть подачка. И вот все эти подачки ждут. И на эту подачку пытается снять фильм. Ее очень мало. И привлечь деньги просто со стороны очень трудно. Потому что если, конечно, меценат, который, как говорится, даст невозвратные деньги, ну, это получше. А если в долг взять уже эти деньги, дадут, но как ты отдашь? И вот эта зависимость, она диктует условия, при которой создать что-то значительное очень трудно. Даже вот мы, сделав, как говорится, значительное произведение, оно еще и нет его пока, оно, возможно, и не будет. Вы про «Сердце Пармы» сейчас? Я про «Сердце Пармы» говорю, потому что такой материал я, очевидно, никогда больше не получу. Я просто никогда не получу. Он же не вышел в прокат, этот фильм. Он 22-й год будет в прокате. Он там фильм и 8 серий. Какие будут серии, туда может быть войти все, то, что мы сняли, и, может быть, это будет хорошо. Есть надежда. Но, судя по тому, что происходит с фильмом, я эту надежду не имею. Вы думаете, что до кинотеатра фильм так и не дойдет? Нет, он дойдет только в том виде, в котором... виде. Да, 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 я не знаю. Я, нет, может случиться так, что этот фильм будет хороший в глазах обывателя, который не знает, что могло бы быть там. Но я-то знаю, но вы-то знаете, что там, да, на 35 минут те больше. Нервы, ту кровь, которую я дал этому фильму, будет, как говорится, выброшена. Как вот эти солдатики, оно просто уйдет в никуда. И я не сделаю того фильма, по которому там, да, меня знают там по «Брату», «Брата 2». Ну, условно говоря, меня могли бы знать и по другому фильму, понимаете? Ну, просто обидно, и это очевидная вещь. Это не то, что вот моя обида, что вырезали. Я никогда не страдаю от того, что вырезано и по праву вырезано. Но когда речь идет о вот каких-то простых вещах, ну, это как вот вам вы заказали, там, я не знаю, сделали скульптуру очень хорошую, но она в дверь не входит, да, не заходит, голову срубили, занесли. Но это же уже не и будет Венера, да. Милосская. Да, Венера Милосская, руки не прошли. Ну, чуть попозже. Лет, да, так через 1000. «Брата», ну, по крайней мере, первую часть снимали на остатки зарубежной Анны Карениной, на остатки пленки. Ну, полностью на эти остатки. Ну, их много было. Угу. Там 18 тысяч метров я купил. Вот был, да, такой актер Валя Букин, он, к сожалению, умер. Вот. Почему-то ему оставили американцы эту пленку, не знаю почему. И он там мне звонит и говорит: «Серега, вот пленка». Я говорю: «Мне такая, зачем она?» Вот я говорю: «Сельянов там вроде... хотел, продюсер, да, да, хотел что-то снимать». Вот. И тогда я ему позвонил, Сереж сразу уцепился. И вот благодаря тому, что удалось купить эту пленку, а остальное, я помню, что про деньги, которые заработаю, там, по-моему, там уже через года 2-3 там Селенов дал мне. Там, ну, там были копейки, собственно говоря. Никто и не собирался там эти деньги заработать, но было удовольствие просто работать. Было совсем 90-е годы без денег и вообще как бы нечего, ну, было. То есть вы почти за эту работу ничего и не получили, да? Ну, где-то получил чего-то. Ну, уже после, ну, да? Ну, после, да, да. Ну, это так бывает и сейчас. Пожалуйста, не стреляй. Ты что, брат, вставай давай, все. Прости, все. Брат, не стреляй. Пожалуйста, не убивай меня. Брат! Не стреляй. Ты брат мой. Ты же не вместо отца был. Я ж тебя папой называл. Что ты?
На каждом интервью не обходится без вопросов о вашей совместной работе с Алексеем Балабановым. Угу. Я хочу сосредоточить наше внимание, если можно, на фильме «Река». В самом конце позапрошлого века, поздней зимой, в колонию прокаженных пришли Петручан и Анчик. Здоровая, она пришла, чтобы увидеть больного, но любимого мужа Келгирея. Они привезли продукты от якутов. Бросив еду, Петручан в страхе убежал. А Анчик осталась, зная, что большой якутский мир закрылся для нее навсегда. Каким должен был быть этот фильм? Потому что я его сейчас пересмотрела, и на меня он произвел очень сильное впечатление. Ну, если бы он дожил до конца этот фильм, то он был бы еще сильнее, естественно. Но у него могло быть два конца. Он бы в первом замысле Балабанова, он предполагался очень печальным. Поскольку произведение, которым он сценарий был написан, называлось «Предел скорби». Там выносил эту девочку в море, где не было никого. Ну, то есть... Вот. Если бы судьба распорядилась по-другому, то, возможно, этот фильм имел бы другой финал. Потому что, когда мы сняли, и Леша сказал, что прям очень обрадовался, то, что ее выносят никуда, на самом деле, на этом озере было три острова. Но они в данный момент были в тумане. И я уговорил Лешу поехать и на следующий день снять вариант. Говорю, Леш, ну вы как бы это... Ну, хоть какая-то надежда будет. Вот маленькую девочку, там, только что родившуюся, несет к островам. Вот. Видишь, не очень я люблю пессимистические финалы. Вот. Беспросветность, так можно сказать. Вот. И он согласился. Много усилий было затрачено на съемку этого кадра. Вот, приехали, а река замерзла. Пустить лодку не почему. Вот, ну, Леша как бы обрадовался, я разочаровался. Вот, ну и фильм, не сделанный фильм, конечно, наверное. Ну, в любом случае, он был тяжелый, это естественно. Ну, мы знали, за что брались. Меня это не очень устраивало, я не люблю пессимистические вещи, но... Ну, в общем, история про то, как все погибли, за исключением одного младенца. Ну, там, понимаете, там интересная была вещь у прокаженных, любовь, страсти. Это вообще интересно. Я снимал один фильм, называется «Письма из подземелья» в Москве, где бомжи живут там в подвале, продают цветочки самодельные в переходе. Но у них любовь, она беременная, они там все, они строят планы. Ну, понимаете, есть жизнь везде, то есть жизнь везде. Она меня привлекала своей вот такой, как сказать, когда вопреки всему. Но ведь действительно это история о том, как среди какого-то кромешного ада, где люди есть покрыты жизнь, этими кожными язвами, чувства. Люди и любят, и рождаются, появляются на свет. Ну, такое новые... произведение, там, по сути дела, описано по-серашевскому все это. Если мы будем говорить об исполнительнице главной роли в фильме «Река», ее звали Туяра Свинобоева, ей было 23 года, ведь вы же были за рулем той машины, это была Кандалакша, Мурманская область, это была зима. Да. Там были действительно специфические условия, долго рассказывать, слепой поворот, он еще с бугром, то есть он не только закрытый, он как раз открытый, но он, и я знал, что местные всегда режут угол. И я взял справа, уже правые колеса шли по обочине песчаной, а левые по голому льду. Вот. И я, очевидно, когда там Балабанов закричал, он уцепил за торпеду, потому что такой сноп огня на нас ломанулся. И они просто вот просвистели, это была, видно, или девятка какая-то светлая машина. Вот. Естественно, она даже не предполагала, что мы попали в аварию. Нас начало крутить, потому что торможение, оно сразу стало вращать машину. Вот, и мы просто свалились с дороги, и кубарем туда уже вот нас раскидало. Туяру выкинула, ее буквально чудом, то есть она не должна была с нами ехать, вообще она не должна была даже приехать. Балабанов ее попросил показать дублеру, как она бегает. В ее образе каскадер
вбегает в эту горящую юрту, и потом она должна была ехать в автобусе. У нас уже полная машина была, ну, она говорит, вы быстрее приедете, возьмите ту яру. Ну, и посадили ее с краю, видно, в момент, когда машину начало крутить и занесло, и она упала с высоты достаточно большой. Скорость там относительно небольшая была, но это горная дорога. И, видно, она автоматически открыла дверь и выкинула просто на камни, разбила, да. Надежда Васильева, супруга Алексея Балабанова, рассказывала, что в тот момент, когда она вышла из машины, ей казалось, что у нее нет глаза, ну, за счет того, что был просто перелом лица. Она не могла выйти из машины, она лежала вместе со всеми. А. Да, поэтому, ну, конечно, нет, и более того, и я уже не понимал, где я нахожусь. Это достаточно серьезная авария была, потому что там только с трассы 6 метров высоты. Это благодаря вот дедушке этой машины мы остались живы, собственно говоря. Крепкие Toyota Land Cruiser. После того, как вы все вместе этой группы пережили то, что произошло, вы смогли работать дальше. Ведь бывают такие случаи, когда это, скажем так, ставит крест на будущей совместной работе. Формально меня не считают виновным. Но я себя считаю виновным. И я говорю, что это для меня я не знаю, мне трудно сформулировать то, что на мне лежит. Ну, я обычно говорю крест. Крест этот я несу до конца. Вот, то есть вот я буду до конца жизни это помнить. И никогда не забуду. У вас на этом участке земли декорации к фильму «Салют-7»? Да. Ну, эти фермы, они как бы служили силовым скелетом всей станции. Станция подачи кислорода сгорела. Воздуха почти нет. Это ты их угробил. Ищем везде. Каждый глоток воздуха, каждую молекулу кислорода. Мы сделали все, что могли. Мы можем вернуть только одного человека. Имитируя невесомость, мы снимали как в вертикальной декорации. То есть камера находилась внизу, а актеры, подвешенные на лебедке на тросах, они опускались, поднимались сверху. И поэтому у них была возможность, находясь на тросу, имитировать невесомость достаточно легко. Это принцип съемки Павла Клушанцева еще в 50-е годы. И поэтому это неплохой способ. Там единственное, что для крупных планов, потому что лицо наливалось кровью, и, конечно, не очень хорошо было. Мы делали горизонтальные декорации, эту же декорацию, но ставили горизонтально. И там уже по рельсам перемещали актеров. Это было для крупных планов. Вообще, вот, конечно, видя эти фермы сейчас в разобранном состоянии, сложно представить, как это выглядело на съемочной площадке в павильоне. Ну да, это весило 28 тонн вместе со всем, и переворот. Мы снимали, как говорится, одну точку прямую, допустим, сегодня, а завтра снимали обратную. И ночью два крана мощных переворачивали декорацию, да, вверх ногами. Там был стол, вот, который тоже был огромный. Его сначала декорацию вложили, потом переворачивали, вот, и снова поднимали. И она уже обратные точки мы снимали на следующий день. С этими фермами вы что будете делать? Ну, я хочу поставить достаточно такую. Тут вопрос такой. Сейчас на картине вот этой космической, очевидно, тоже придется что-то строить наподобие «Салюта-7», и, возможно, эти фермы можно использовать. Мы сейчас с вами говорим о новом, о новой космической картине это вызов, для вызов. Нашего кинематографа. Я знаю, что вы связаны контрактом почти по рукам и по ногам, не можете рассказывать никаких подробностей. Я только лишь хочу спросить, ваша задача как оператора, который не отправляется в космос, ездят актриса и режиссер, летят, вы должны были придумать, как сделать так, чтобы камера снимала в невесомости? Ну, не только. Дело в том, что мы вместе с Климом, актрисами, а их две, дублерша и основная, мы с ними разрабатываем, если так можно сказать, мизансцены. Мы оговариваем. Более того, там это надо не только нам, но это надо управлению космическому, потому что рассчитывается на каждый кадр, на каждый эпизод составляется план. Мы у них проходим как эксперимент. Многие вещи, они регламентированы, и некоторые вещи невозможны.
И поэтому, если это невозможно преодолеть, значит, об этом надо сказать сейчас. Вот сейчас, например, там фигурируют лыжные ботинки, которые хотели бы мы использовать в космосе. Но они говорят, ну, это надо сертифицировать, это надо исследовать пластмассы, которые будут... там, допустим, не излучать фенол какой-нибудь, там же атмосфера закрытая, но это у них уйдет 2 месяца, а полет скоро, вот, а не факт, что он еще и подойдет, этот пластик, кто там знает, что у него китайцы намешали, допустим, вот, а это необходимо, чтобы актриса была закреплена. Вот. А я сейчас придумал там историю с этими якорями, как у них называется, из алюминия. То есть, из которого, собственно, станция построена. Поэтому, которые актрису будут приземлять, да, чтобы она могла... Да, чтобы она могла закрепиться. Вот, поэтому приходится такие вопросы преодолевать. Все равно не понимаю, как можно, находясь на Земле, не там, не на Международной космической станции, придумать, как это все снимать. Это наша задача, это наша работа. Ну, там много нюансов. Они известны, эти вещи, они мне известны. Я в какой-то степени все-таки знаю физику этих явлений. И поэтому мы придумываем, у нас рядом космонавты сидят, которые там вот рядом сидели, и те, которые сейчас в космосе, они тоже с нами сидели. Они будут роли играть. Они уже репетировали с нами. Невесомость изобразить лучше, чем сама невесомость, трудно. Потому что там это пролет, это волосы, которые развиваются, это все. Это все нюансы, а если сделать их похожими, это просто огромный труд. Но не ради этого летят туда. Естественно, летят ради, видно, все-таки престижа, такого первого, Летят ради космоса, все понятно. Быть первыми, понимаете, это вот страшная такая штука, вот Олимпиада. Люди убиваются, чтобы быть первыми. Вот, поэтому найду я применение этим фермам. Да, построю большой ветрогенератор, да. Ферму я построю, она будет прозрачная, высокая, 1,20 м, и там ветер хороший будет. Будут альтернативные источники энергии. Да, для меня не альтернативные, для меня полезны. Естественно. Вот. У вас с Балабановым 7 полнометражных завершенных картин. И 2 незавершенных. Да, и 2 незавершенных «Река» и «Американец». Да. Еще один фильм, который так и не был закончен. Самое главное вот для вас с точки зрения операторской работы, картины из ваших совместных, есть она такая? С точки зрения творчества, наверное, «Уроды и люди». А с точки зрения общепризнанной какой-то картины, это «Братья». Потому что любой гаишник братьев видел, а про «Уродов и людей» не видел. И мне, конечно, приятнее, если тот же самый гаишник с «Ого-го». А говорит, вот как один посмотрел, говорит, а у тебя прав, этой группы-то нет. Как же ты управлял КАМАЗом? Я говорю, ну как управлял. Вы знаете, тоже целая история, мистика. Это очень смешная история, потому что я смотрела «Братьев», ну вот когда-то тогда, и сейчас перед нашей с вами встречей я пересматривала обе картины, ну в числе прочих картин Балабанова. Я только сейчас узнала, что тот дальнобойщик в конце первой ленты — это вы. А где служил-то? Да в штабе там писарем просидел, знаешь. А кем быть ты хочешь? Я-то? Да не знаю. Шофером. Нужна была русская рожа. Вот. А актеры действительно не могли управлять, по крайней мере, которые хотелось бы Балабанову. А каскадеры, те, которые имели русскую рожу, его не устраивали по игре. И тогда вот Марина Лепарти, конечно, вот предложил такую вещь. Они уцепились. Сначала я думал, что это шутка, потом они не отставали. Но самое смешное, я не знаю, знаете ли вы эту историю, когда мы приехали снимать, и когда пригнали владелец этой фуры эту машину, он сразу сказал, кто поедет? Я говорю, я. Он говорит, а ну-ка дай права. Я ему дал права, он посмотрел. Нет, говорит, это у него группа этой нет категории. И говорит, и все. И все так замолчали, такая напряженная пауза. Группа приехала в Юки туда, к Токсову, по-моему, в сторону Токсова. Сейчас не помню точно, заснеженная дорога была. Вот. И он потом говорит, а ну-ка еще назад. Взял и потом говорит, слушай, а у нас с тобой день рождения и год в один... Ну, то есть они полностью совпадают. 8 ноября 1953 года. Говорит, ну, ладно.
Да, да, я разрешу. Раз в один день. Я на твоей машине поеду, ты на моей. Вот он ехал на нашем, на моем Мерседесе 207D микроавтобусе впереди, и я за ним. Ну, скорость была 60. То есть там, ну, я водил машины, собственно, и сейчас вожу все. Смотрите, к нам пришел Тихон, он вернулся в родные послушать. Места. Он, оказывается, обо мне этого не знал, что я рассказываю. Давай, мы тогда ближе к стене подойдем, я как бы обопрусь просто так, эротически. Это гениально, когда ты снимаешь опытного оператора, и когда этот самый оператор сам нашим оператором расскажет. Если скажешь, какие объективы, я скажу, что не в кадре. Где, что, как лучше встать, чтобы было хорошо и без теней. В «Братья» есть эта легендарная фраза, где герой спрашивает, в чем сила, и отвечает. На ваш взгляд, в чем сила? Ну, в общем, если он отвечает в правде, я соглашусь. Дело в том, что, как я выяснил, что эта фраза имеет для меня, я ее по-своему трактовал. Вот тьфу-тьфу-тьфу, мне очень легко в жизни, во всех отношениях. Я ничего не украл. Я все, что делаю, я делаю за заработанные деньги. Я стараюсь говорить правду. Ну, в мелочах я, естественно, вру, особенно девушкам. Вот, поэтому, в принципе, правда – это большая штука, это некая неуязвимость. Очень трудно человеку, который врет, ему нужно помнить об этом, что он соврал. А когда ты правду сказал, ну, ты тысячу раз это не собьешь и скажешь. И если в этом смысле, то в нем все-таки в правде большая сила. Ну, а по жизни, естественно, сила в труде. Вот я для меня, потому что для меня вот очень хорошо. Я не имею проблемы с работой. То есть я ее сам генерирую. Я даже деньги зарабатываю для того, чтобы работать. Потому что для меня это деньги, вот, ну, вот как топливо, как солярочка. Чтобы вкладывать в стройку, работать ну, дальше. Ну, это само собой, работа, 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 работа. И я не собираюсь там строить какие-то финальные планы. Вот к этому времени я закончу строить дом, и дальше я ничего не буду делать. Такого не может быть. Поэтому сила в какой-то вот в трудолюбии, во многом. Вот, мне в работе, вот, ну, как сказать, я получаю удовольствие. Удовольствие мной движет. Вот есть ощущение, что ты нужен кому-то. Вот мне, например, это самое главное. Да, и профессия, кстати, операторская, она во многом этим продиктована. Ты сделал труд, ты видишь картинку, она создана твоими руками, мозгом. Вот, и от этого получаешь удовольствие. Наверное, вот эти все... От чего-то одно не может являться целью жизни. Для меня вот это является совокупность нужности, удовольствия, умение и возможность реализовать себя. Вот человек, который не может реализовать себя, мне кажется, это самое страшное. Самое страшное, я вот иногда страдаю, потому что много идей, которых я не могу реализовать. Мне хватает денег, прежде всего, чтобы это реализовать. Ну, естественно, время ограничено. Сколько я там проживу? 3-5 лет, никто же не знает. Вот. Нет, я не тороплюсь. Нет, не тороплюсь. Нет, естественно, я буду доволен, если проживу чуть больше. Вот. Желательно, чтобы вот не в памперсах. Это да. Это очень желательно. Это так вот. Вот. Но вот в этом, наверное, смысл жизни. В детях. Ну, как, очень много. Тут список большой. Вот. И вкусно. Как мне когда Балабан сказал, ну, Сережа, гедонист и эпикурец. Я говорю, что? Я-то не знал значения этих слов. Ну, как видно, да. То есть я нормальный человек. Я абсолютно точно счастливый человек. Я уже сейчас могу умирать, и я счастлив уже. Вот, но, в принципе, не хотелось бы... Да, Сергей Васильевич, вот, да. Погодите, давайте еще тут надо достроить. Нет, есть планцы, планцы есть, планцы есть. Я считаю, что я никому не обещал доделать все планы. Вот, доделать, что успею. Вот, а буду удовольствие получать в процессе. Вот, так что, когда ты видишь перед собой стул, продукт твоего мозга, там, я не знаю, твоих ночных, как говорится, мыслей, это же кайф. Вот, даже вот погладить, и то хорошо. Вон, придите, погладьте. Пойдем погладим. Сейчас обязательно пошли. Пусть ребят поснимают. Спасибо. А мы пойдем гладить стул. Да, а мы ушли гладить стул. Давай, приходите, сейчас чайку поставим. Смотри, видишь? Это вот такой. Это как смола. Это карбамидная смола. А это фенолформальдегид. Слушайте, это очень красиво.